Всем привет! Я сейчас в Ковентоне, Луизиана, в мебельном магазине. Называется Rooms to Go. Тут много мебели. Можно декорировать весь дом. Кухонной мебели нету, но есть для спальни и для гостиной. Ну, спальня такая для мальчиков. Диванчики, столики, продаются лампы здесь, декорации, картины есть. Вот такие вот лампы. Вот такой стол большой. 5 вещей за $699.99. Так, вот еще диванчик. Очень много таких диванов. Это буквы Г. Такие выкидные. Кресла такие есть. Такие ничего, такие вот. Диванчик такой. Из материала, из кожи есть. Кожзаменитель. Кровать, тумбочки всякие, столы. О, искусственный каминчик. Только рыбок не хватает там. Такой классный. Ничего такой. Всякие креслицы. В разном стиле. Вот стол такой опускается и поднимается. Диванчик такой. Только ничего такой. Есть такие кресла, такие вот. Вот этот слипер. Можно его сделать, чтобы спать на нем. Можно заказать, а не сделать, чтобы он выкидывался. И этот тоже. Ну, это такой обычный вариант. Разного цвета есть. Вот такой беленький, классный. Вот кнопочки сбоку. Он раскладывается, наверное, полностью почти. Такого кремового цвета. Такой очень-очень светлого. Вот такой темно-коричневый. Классный. Кожаный. Там для напитков. Это тут для печенек. Или что еще можно спрятать? Вот такой диванчик есть. Еще диванчик. Кресло. Вон там всякие, не знаю для чего. Для всякой ерунды. Вот это кресло такое круглое, классное. На нем крутиться можно во все стороны. Вот такой комод с кроватью. Офисное кресло с этим столом. Кресло неудобное. Жестковато. Вот такая спальня в стиле 80-х. Там я в зеркале. Вот такой классный диванчик. Похоже, такого черного цвета. Черно-серого. Столик. Тут такие маленькие диванчики. Красный диванчик. О, мне нравится красный. Красный просто супер. Выкидное кресло. Это вот такой комодик
куда вам надо. Такой диванчик есть классный. Так, любят они напитки ставить на диваны. На какой им хрен это надо. Вот еще столик. Лавка такая, столики по типу для деревни. Вот это двойной диван. Два кресла. Там, короче, для развлечений такой. Своеобразный, как будто в космос отправлять. Такой искусственная кожа. Вот это такое кресло. Оно такое очень темно-коричневое. Такое не класс. Такое класс. Такое не кислое. Еще один диван. А вот такой диванчик. Ну, вот такой он. Это вот кресло. Сидеть, вертеться в нем. Кому? И всякие картины продают. Для кухни ничего нету. Только спальни и гостиные. Вот такая лампа stained glass, такая прикольная. Там комод такой интересный стоит. Такой. Еще диван, такой стрёмного цвета. И вот эта стрёмная вещь стоит $2199, 99 центов. Четыре вещи. Короче, диван, по-моему, стол, еще один стол и, наверное, кресло. Вот это. Цвет Матерь Божья. Жуть. Так, это еще один комплект для спальни. Такой прикольный. Такой ничего, такой, наверное, мягкий. Мягенький. Ой, какой хороший. Так, это стоит почти 1100. 5 предметов. Вот такой вот наборчик. Так что вот, если есть желание, возможности, можно купить. Так, еще одна кровать. А вот здесь коврики продают разного вида, цвета, ассортимента и цены. Вот этот вот крайний из коровы сделанный. Называют они его cowhide. Полностью из коровы. А другие, скорее всего, искусственные. Вот такое кресло, не знаю куда. Такой столик прикольный. Вот этот диван классный. Вот этот диван мне нравится, кожаный. Можно сделать спать. Так, а это вот
лампы. Такой симпатичный комплект. Лампа классная. Похоже на искусственные камушки. Или камушки. Такие, но не светлые. Так, кровать. Лена. Да. I'll be back. 12 тысяч? За что? Только за это за все. Я буду обратно через 2 минуты, давай. Вот. Моей знакомой понравился комплект. Но ей насчитали уже 12 тысяч. Ну, это... Ну, тут, конечно, цены могут кусаться. Если купить много. Так, это вот такая раздели... Такая стенка китайская. Класс. Для дома. Ну вот, такой магазин. Надо идти помогать, разбираться с ценами, что брать, что не брать. Вот диванчик тоже такой, ничего. Классный. Так, о, блин, поглядите на этот. Тоже ничего. А этот тоже такой, с материалом. Так, 6 вещей. 1800 почти. 7 2000. Вот такой диванчик. Такие прелести. Так что вот. Вот этот диванчик ничего. Тоже. И с креслом. То, которое крутится. Короче, это популярно. Так что вот. Вот такой магазин. Есть магазины, где дешевле. Есть магазины, другой ассортимент. Ну, вот это такой типичный магазин мебельный в Штатах. Они есть здесь везде. Так что вот. Так что диванчики, они в любой стране диванчики. Так что вот. Всем привет. Напишите, если понравилось. Завтра что-то еще сделаю. А вон там скоростная дорога. Прям за окном. Ладно, всем привет. До завтра. Напишите, если понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Так что, до завтра.